Всем привет! С вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор. Необходимые вещи каждому владельцу лодки ПВХ – это ключ. Ключ для смены, замены, ремонта клапанов. В данном случае у нас баджеровский клапан, аналог клапану Браво 2005. Вот. Ключ, в принципе, под них и рассчитан. То есть использование клапан на месте, откручиваем, вставляем и все. Больше ничего от этого ключа не требуется. Также затягиваем. Есть несколько модификаций данных ключей. В данном случае у нас одна из простых конструкций с ручкой. Вот. Как видите, есть 6 запилов, которые не фиксируются непосредственно в самом клапане. Лодка у вас пролежала зиму, слежалась, клапан прилип, а вам нужно его заменить. Вручную открутить нет возможности. Вас выручит ключ для воздушных клапанов. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Следите за событиями. Рекомендую.